Добрый вечер, дорогие друзья. Это фирма Нажияр. Меня зовут Скайрдов Василий. В общем, решили мы провести такой социальный эксперимент. Многие проводят такие вещи. Мы практически этим не занимаемся, потому что ножей мы не делаем так много. Но в этот раз подумали, почему бы и не попробовать. Если вам эта идея понравится, то значит мы будем, ну, где-то, может быть, раз в 2 месяца или раз в 3 месяца проводить такие видео, да, делать такие видео. Видео со скидками. И уже как бы вы сами будете выбирать, надо вам это или нет. Давай тогда, Ксюш, покажи сначала стол. Есть у нас вот такие ножи. Что-то я привез с выставки клинок с Краснодара, то, что не продано. Кое-что уже поделали здесь. Вот такие ножи. Объясняю. Суть очень простая, на самом деле. Я сейчас буду называть цены на эти ножи со скидкой. Округлять, делать скидки. Вот. И уже посмотрим по продажам. Да? То есть, если вас это заинтересовало, значит, будем продолжать в таком же духе, ну, это делать. Как бы. Начнем. Вот 2 таких замечательных ножа. Один канадского типа, другой классической формы. Вот такой вот. H12MF. Здесь у нас красно-черная микарта, здесь у нас желто-черная микарта. Больстер, здесь это G10. Такие вот замечательные ножи. Вот. Сейчас я их отдаю по 5500. То есть, опять же, да, повторюсь, вы пишете под видео, да, как бы хочу такой-то нож. Либо пишите в комментарии там к Андрею и Ксюше, что вот вы посмотрели видео, хочу этот нож по этой цене. Потому что так они у нас стоят 6 тысяч рублей. 6 копеек, нет, даже так сказал. Вот. Вот такой вот ножик тоже. H12MF, следы ковки, кожа и микарта, больстер задник. Такой ножичек у нас, такой ножичек я сейчас буду отдавать по 5 тысяч рублей. Везде, кстати, монтажи сквозные, вот, так что тоже просьба. Опять какие-то вопросы, можете там в комментариях писать. Здесь у нас стабилизированный клеон Явор, больстер латунь, проточки, тоже H12MF. Вот такие старатели, 2 штучки. Опять же, вот такой вот у нас полос 95H18, тоже клеон Явор, латунь, да, то есть вот цвета вот такие, покажи. Поближе. Интересные цвета. Очень красивый клен. Хашка. H12MF, H12MF. 95-ка. Тоже старатель H12MF. Это стабилизированный дуб. Кстати. Такой H12MF. Стабилизированный дуб. Тигр. 95H18, стабилизированной карельской березы проточки, латунь. Ну, 2 старателя, тоже с 95-ки, тоже проточки, здесь карелочка, здесь клен Явор. Все вот эти ножи по 5000 рублей. Вот, пожалуйста. Естественно, все они комплектуются ножными, собственно говоря, и сертификатом соответствия. Далее, вот такие вот разные, скажем так, рыбка, утка, зайка, как я их называю, да. То есть, в данном случае есть пешцы, есть хауки, да, то есть, здесь у нас с тобой 95-ка, клен Явор, H12MF, вот этот потолще у нас. Ну, а здесь, естественно, 2,4 толщина, потому что упорчик. Такие вот резачки. Здесь 95-ка. И в данном случае идет микарта. Это вот хауки, стабилизированный ясень с микартой, больстер. Такие вот. Давай показывать, наверное. Вот такие хауки. Если кто не знает, они есть разные. Вот, то есть вот они. С щучкой. Вот есть такие прямые. Тоже клен Явор. Вот это вот с ясенем. Такая вот. Вот все вот эти ножи
тоже будут по 5000. Здесь вот такие вот хаоки, больстеры, задник, микарта. Ручка кожано-барная. Такие вот отличные. Очень хорошие ножи. Я их называю рыбка, утка, зайка. То есть рыбалка и охота на небольших млекопитающих и птицу. То же самое два вот этих замечательных ножа. Отличные резачки. Такие вот клен Явор, латунь, Х12МФ. И вот такой же с 95Х18. Тоже красивая ручка. Такой вот резачок. Такие по 5000. Вот тоже. Далее. Такой канадец. Х12МФ, ковка. Здесь у нас как бы совмещенный акрил. Да, с капом клёна стабилизированным. Больстер Мельхиор. Такой будет стоить 6000 рублей. И вот такой вот ножичек. Х12МФ. Клён Явор. Да, такой вот тадж. Будет стоить у нас 5500. Если кого-то интересуют характеристики, также можете написать, ребята все ответят. Потому что, ну, как будто долго объяснять не могу, не хочу, неохота, если честно. Да, так, в принципе, все видно. Вот. Ну, тут вот 130 миллиметров, да, вот она, длина. В принципе, классические средние ножи. Здесь такие же средние ножи, только более узкие, собственно говоря. Вот. Ну, давай вот сюда. Вот шкурнички, да? То есть, есть шкурнички, есть такая вот разделка интересная в нашем Массае. Вот. Вот этот у нас 4500, эти по 5. А, такой вот кусака Х12МФ. А, стабилизирован. А, извините, это не стабилизированная. А, в данном случае джутовая микарта. Это Сергей Филиппов делает. Да, то есть, здесь у нас черные и желтые фибры. И больстер, это тоже микарта. Такой вот кусака 5500. Лесные. Они все из 95-ки. Есть потолще вот такой вот. И два с упорами. Вот такие вот. Они по 5. Такие саумы побольше. Это оба с Х12МФ. Такие тоже по 5000. Гуроны. Это уже цельнометаллические пошли. 95Х18 микарта. Вот они есть вот с такой микартой. Есть вот с такой микартой. Тоже 5. 95Х18 оса. Плашки тоже микарта. 4500. Вяхер 95Х18. Шикарная черная микарта. Больстер задник это G10. Такой 5. Все вот эти малыши 95Х18 микарта. Такие вот. Такие прямо тут, прямо малыши, все. Чуть побольше. Они по 4500. Два лесных из 95-ки. Микарта 5. Хауки. Тоже 95Х18. Такие один с джутовой микартой. Другой с обычной. По 5 тоже. Ну и 5500 вот такой с джутовой микартой. Ножичек 95Х18, 5500. Далее. Три якута с Х12МФ. С таким шикарным капом клена. Больстер это мореный граб. Такой будет стоить 6500. С 95Х18 вот такой вот. С таким зеленым, зеленый как клёна.
тоже 6500. Ну, естественно, это тоже 6500. Такой вот капклёна шикарный. Тут лазер. Далее очень интересная вещь. Это у нас плашки G10 H12MF, цельный металлический монтаж. Вот такой вот мощный силовой нож. Такой будет стоить 7500. Ну и два малыша Вилли. Вот такой будет стоить 4500. 95H18. И Шервуд такой же будет стоить 4500. H12MF. Клен Явор. А у нас здесь ясень. Ребят, Ксюш, покажи, да, еще раз. В принципе, по ценам все понятно. Если что-то непонятно по сталям, да, пишите. Ребята вам ответят. По размерам, опять же, ребята вам все ответят, если это будет нужно. Вот. Такой просто это вот обзор, скажем так, просто понять, интересны вам такие вещи или нет. Да, то есть, хотите ли вы покупать со скидками, да, то есть там раз в 3 месяца или в 2 месяца, или как бы нормально и то, как мы продаем просто это по интернету в спокойном режиме. Все, всем спасибо, до свидания.